Открывается дверь, и в бар заходит абсолютно голый качок, подходит к моему дяде и говорит: мне нужна твоя одежда, обувь и мотоцикл. А у меня дядя тогда сигару курил, вот так вот затягивается и тушит об сиську. Что было дальше, блядь? Гандон. Какой козел. Нормально, нормально. Сначала. А я сейчас уже скажу про дядю. Послушай. Сука. Нет, это реально сейчас? Да нет, нереально, конечно. Я могу нормальную историю рассказать. Нет, у меня есть другая история. Короче, у меня брат выиграл билет на теплоход и влюбился в Кейт Уинслет. Козел какой. У меня дяка, короче, еще целый, блядь, город спас нахуй один раз. Рассказать?